самый такой бархатный сезон в Дубае начинается где-то с начала декабря. Здесь очень ласковое сейчас, комфортное солнышко, прохладное море. Мы кайфуем, все красиво, вкусно, но самое важное, знаете, что для меня? Я взяла с собой обязательно сыворотку для лица с увлажнением и сиянием, потому что перепады температур, кондиционирование везде, в машине, в отеле. И кожу важно поддержать, потому что я хочу приехать не только подзагоревшей, но и такой же упругой и молодой, чтобы никакие морщинки и сухости, ничего не было. Поэтому у меня с собой обязательно сыворотка для увлажнения сияния Экспиральта Хронолонг. Обязательно тоже сниму про нее что-нибудь. И вот сейчас я лежу на пляже, кстати, сейчас я вам покажу видочек. Вот так все это выглядит вообще. Короче, хорошо мне. И чтобы было хорошо не только мне, но и всей моей коже, я взяла с собой увлажняющий вот такой спрей для лица и волос. Волосы, кстати, тоже важно поддерживать, поэтому я просто лежу. Ой, все. И увлажняю дополнительно свою кожу. Помимо того, что у меня на лице, конечно же, есть SPF-чик. Безопасность, как говорится, прежде всего.